Это второй заказ, но пусть будет считаться первым. Пусть будет считаться первым. Жарко трек называется. Sky и Ugly Kid. Что они нам предлагают? Sky записал 3 трека. 2 в 23-м и 1 в 22-м. Ugly Kid записал столько же. Все то же самое. 3 совместки у этих ребят и больше нет ничего. Это фрешмены, однозначно. Так. Да, однозначно фрешмены. Просто 100%. И поэтому, если они сделают хорошо, мы заберем их. Или так, здесь ничего нету, да? Джойзи. Нет, никого нету, ничего нету. Здесь у нас вот такая история. Давайте посмотрим, что нам предлагают ребята. Без понятия, что это такое. Ну, рыбчина, я думаю, какая-то. Должна быть мягкая, по идее. Let's go. Baby, pull up your sign, yeah, visign. Трейси, золото, пятерка, гаджи. Прыгай в рай, это все детали. Девочка Коко работает на зрели. Pull up your sign, yeah, visign. Трейси, золото, пятерка, гаджи. Прыгай в рай, это все детали. Девочка Коко работает на зрели. Сейчас на мне дизайн. Сколько не поменять здесь и так жаль. Косой в моих руках освежает пас. Освежает как альп, сушики не тает. Степ. Еще степ, я иду к звездам, на со мной, так и звезды уже. Их отражение и море, вижу лишь свой свет. Я закрываю глаза и хочу увидеть скорее. Пойди к цене, уж вайп есть более-менее. Как фит есть, да. Перед первым задушь. Pull up your sign. Это все детали. Девочка Коко работает на зря. В голубых глазах тону. Детка, не дай уйти ко дну. Мне так сложно любить одну. Даже в тысячи сук навряд найду. Такую, как так сложно забыть. Во мне еще драги, теряю память. Лечу по трассе, вокруг лишь пальмы. Море, песок, как все славы баунти. Молов, молов, имя молов, бэйби. Толстый банкрот, карты не знает лимит. Лего, лего, лил би дэнс, но он ми. Но в голове та, что не смог. Не-не-не, не будем, Дим, не будем. Не будем. 4 минус этот один. Это все детали. Девочка Коко работает на зря. Pull up your sign. И визай. Тряси золото, петь он багаж. Прыгай в райре. Это все детали. Девочка Коко работает на зря. Baby, get naked. Танцуй на мне, lil bit. Она любит рубли. Но их надо заслужить. Короче, очень сильно стараешься. Вот Sky очень сильно старается пройти по ритмике. Ритмику нарисовали неплохую. Неплохую. Здесь слишком быстро для первого артиста, для Ugly Kid. Быстровато ты летишь. В целом вайб хороший, мягкий. Голос достаточно хорошо стоит. Высоко, звонко. Есть определенный даже объем какой-то у капы. Да? То есть, в принципе, это ну, более-менее норм. Задушили припевами, сразу могу сказать. Песня получается слишком ровная, неэмоциональная. Вот, стараетесь оба попасть в написанную ритмику. Ритмика сложноватая. Вот здесь в особенности сложноватая была ритмика для такой мягенькой R&B-шечки. Припева 2, да, вот тут с одного, наверное, надо было начать припева. Или интруху какую-то дать, то есть интруха, а потом уже бам с дропом. Здесь тоже, допустим, одинарный припевчик. Здесь куплеты, ну, такие тоже, да, увесистые. Тут можно, допустим, какой-то бриджик, и потом снова припев уже, да, или даже двойной припев потом можно после этого. То есть по структурке еще проработать. Не внутри партов имеется в виду, ритмики, да? То есть не сама ритмика, как она внутри идет партов, а именно структура, да? Структура, как идут парты, какие идут парты, какие за какими. Поддушил ты, бро, поддушил, честно. Но в целом слушабельно, реально, нормально. 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 Так, 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 так. Забыть, мне еще драги, теряю память, лечу по трассе, вокруг лишь пальмы.
По тексту хорошо, освежают, как Альпы, снежинки не тают. Здесь нормально, да. Вот тут как бы начало пошло, тону, дно одну найду. Такое, да. По эмоциям не дожимаете, потому что слишком стараетесь попасть в технику, да. В целом, есть ощущение музыки у вас. Нормально вы сведены, вайбит. То есть это не руина 100%. Это, в принципе, более или менее нормальная история от начинающих ребят. Да. Обложка, в принципе, соответствует. Такая легкая, немного игривая история, но с каким-то, с ноткой чего-то необычного. Вероятнее всего, это настоящая фотка, да, вы как бы сделали такую штуку сами как-то, наверное, еще что-то. Неплохо. Неплохо, реально неплохо. Baby, pull up, я в зайке, я в зайке. Трейси, золото, петь, он багаж. Прыгай, брари, это все детали. Девочка Коко работает на зря. Pull up, я в зайке, я в зайке. Трейси... Ничего, да, ничего. Тут по левому каналу аэрбэк идет. Легкость есть, да. Золото, петь, он багаж. Прыгай, брари, это все детали. Девочка Коко работает на зря. Сейчас на мне дизайн. Скрыт не поменять здесь и так жаль. Коза в моих руках освежает пальцы. Освежает как Альп, снежинки не тают. Степ, еще степ. Я иду к звездам, но со мной так и звезды уже. И в отражении моря я вижу лишь луна свет. Тут ничего шел. Звездам, со мной так и звезды уже. Отражение свет. Рубаю глаза и хочу видеть скорее. На выйти. Моя цель. Неплохо. Вот это уверенно довольно-таки, вот это уверенно. Четверка на скорости, ну такое. Такое, знаешь, такое. Четверка на скорости слабоватая. Здесь более-менее неплохо. Сама ритмика придумана, я думаю, что хорошо. Если бы вот тут она не ломалась с точки зрения твоей, качества твоей техники, ну, базар. Прыгай, брари, это все детали. Девочка Коко работает на зря. Пулап, я в зайне, я в зайне. Трейси, золото, петь, он багаж. Прыгай, брари, это все детали. Девочка Коко работает на зря. В голубых глазах тону. Детка, не дай уйти ко дну. Мне так сложно любить одну. Даже в тысячи сук на брех найду. Такую, как так сложно забыть. Во мне еще драги, теряю память. Лечу по трассе, вокруг лишь пальмы. Песок, как стекла, мы баунти. Малав, малав, гимми, малав, бэйби. Толстый банкрокер, ты не знает лимит. Лего, лего, лил би дэнс, но не. Но в голове та, что не смог я забыть. Бэйби, пул ап, я в зайне. На Людрахила похоже, да, Скай. По тембру, да? Детали, вид сзади. Короче, чё-то. Чё думаете по поводу фрешменов? Да, вот, чё думаете по поводу фрешменов? Плюс, если да, минус, если нет. Как будто бы чувствует стилек, да? Чувствует стилек, знает, как написать, чуть не хватает по технике, чуть не хватает там какого-то разнообразия. Но в целом, как ребята, как исполнители, вроде норм, да? Чё-то, я думаю, плюс. Ну, плюсов побольше вроде, ну. Плюсов вроде побольше. Спасибо, ребят, да, забрали вас в плейлист. Фрешмен. Плейлист фрешмена находится вон там. Дефолтный. Ну не знаю, чувство музыки есть, чувство стиля. Здесь, в принципе, тоже. Это все детали. Девочка Купа освежает, как Альп. Снежинки не тают. Степ, еще степ. Я иду к звездам, но со мной так и звезды уже. И в отражении моря я вижу лишь луна свет. Стасе. Плюсов много. Да, плюсов много больше. Берем во фрешмен. Спасибо. Да. Неплохо, ребят, неплохо. Правда, неплохо. Давайте оценим. Жаль, как Альп, снежинки не тают. Степ, еще степ. Я иду к звездам, но со мной так и звезды уже. И в отражении моря я вижу лишь луна свет. Я закрываю глаза и хочу видеть. Да, что это за песня, интересно? На выйти. Моя цель лишь BSB. Стала топной стилями. В глазах краснее, чем рубин. Деньги на мне я считаю. Baby, pull up, я в зайне. Я в зайне. Трейси, золото, петь, он багаж. Прыгай, брари. Это все детали. Девочка Коко работает на зря. Пулап, я в зайне.
и вязали. Третий сезон опять он покажет. Прыгаем рари, это все детали. Девочка кукора. В куплетах ничего, да, расположили они разнообразие? Очень неплохое. В куплетах прям где-то вот так вы сделали, особенно учитывая жанр. То есть как идет по разнообразию, очень неплохо. Но за саму структуру 5. Поэтому по итогу, я думаю, 6 получилось. Чуть душновато. Внутри куплетов хорошо. Сама структура песни слабенькая. Рифмы и образы. Местами неплохо. Типа 6-7, как будто бы, да, для легенького такого повествования. И сзади, тряси задом, багажник, прогерари, детали, как работает ноздрями. Дизайнер, сука, не понимаете, так жарко, как в своих руках освежает. Память освежает, как Альпы, снежинки тают. Не тают, стоп, еще стоят. Что-то, короче, да. Такая какая-то абстрактная флексовая история, да? Угу. Реализация стиля. Ну, вот там, где скорость такое, свидос нормальный. О, блин. 6, ну, я не знаю, есть ли тут 7. Вот, ну, 5 точно есть, да, 6, наверное. Что-то в районе 6 баллов. Нет, наверное, здесь 7, здесь 6. Да. Атмосфера вайб я поставлю 3. Хотя по факту есть 4. Мягкий припев работает. И чувство музыки тоже вроде более или менее есть, да? Нет, я лучше поставлю вот так вот, да, харизма, потому что чувство есть. Да, это будет корректнее. Наверное, 4, да, 4, да? Кайфую, кайфуете? Вайб припев. Ну ладно, хорошо. Здесь вот эта история точно, да. Тем не менее, да, 55 баллов. Фрешмен и трючок. Спасибо, ребят, спасибо. Это было очень неплохо, правда? Очень неплохо. Забрали ваш трючок на сайте своим ребятам. Можете сказать, чтобы они зарегистрировались и написали, что они думают по этому поводу. Но только конструктивно по поводу вашего трека. Можете сказать. Люди, кто оценит все подряд продукты, да, кто, так сказать, претендует на верификацию в том числе, можете тоже обратить внимание, написать, что думаете по этому поводу. Пока вроде идем по графику. По поводу верификации. Пока идем вроде по графику. Пока все в порядке. Вот так вот. Спасибо. Спасибо, ребята.